О том, какие именно перемены ожидают Александровский сквер, жители микрорайона не знали до последнего. А между тем работы продолжались. И теперь уже нельзя не заметить разноцветные карусели, батуты и деревянные домики, в которых совсем скоро поселятся кролики, мини-пиги и разноцветные пернатые. В контактном зоопарке будут представлены небольшие комнатные животные. Это кролики, это декоративные пиццы с красивым оперением, будут водоплавающие два черных лебедя, небольшие мини-пиги. Хомяки – мелкие животные. Новый сквер стал излюбленным местом жителей не только Дашковой песочни, но и всего города. И внести в его ставший уже привычным облик немного красок и веселья было прекрасной затеей. Работы проводятся за счет внебюджетных денег коммерческими организациями, заключившими договоры с администрацией. В течение 2016 года на территории сквера имени Александрова откроются две новые площадки. Первая – это парк аттракционов, который будет включать в себя карусели и аттракционы рельсовые. Вторая площадочка – это контактный зоопарк. В рамках вот открытия этих площадок в этом сквере будут предусмотрены различные массовые мероприятия, как для детей, так и для всех жителей ближайших домов и всего микрорайона Дашкова Песочни. Какие будут мероприятия? Это зарядка для жителей ближайших домов, это различные конкурсы для детей, посвященные и Дню защиты детей, и различные спортивные мероприятия. На территории контактного зоопарка будет работа выставка арт-объектов, это и 3D-картины, и композиции скворечника. Парк украсится цветами, новыми деревьями и заживет новой полноценной жизнью, что будет, я считаю, приятно для жителей микрорайона Дашкова Песочного. Парк аттракционов и зоопарк будут работать ежегодно в течение 4 теплых месяцев. В этом году проект планируется запустить ко Дню защиты детей, то есть 1 июня.